в случае с кораническим исламом есть мощнейшая интеллектуальная опора, базис, на которую можно опираться, и мы опираемся в своих исследованиях, а именно кодировка Корана 19, о чем Бог в Коране явно и однозначно говорит, что это писание имеет некую математическую структуру, основанную на коде 19, и в дальнейшем расширение понимания этой структуры кода 19 дает дополнительные, огромные, бескрайние, я бы сказал, возможности для переосмысления и развития, переосмысления религии и развития мысли. Kazakhstan is considered to be the most sophisticated country in the region, largely due to abundant natural resources and vast oil exports. Until recently, the nation, well known for its religious tolerance, became an abode for various religious sects and teachings. As a result, a unique spiritual atmosphere developed in major cities, offering a full range of world's religious markets. In the last years, a rapid Islamization of the local population took place in the country, which lost much of its religious identity during the Soviet era of state atheism. Mosque, obligatory prayer, halal, and Ramadan are now widely practiced, while hijab, the Muslim veil, claimed its rightful place in the female wardrobe. Yet after decades of living under godless Soviets, people develop certain stereotypes towards religion. К сожалению, даже те, кто часто называют себя верующими мусульманами, они не знают ислама. Они не знают его основ. Они чисто внешне определяют свою религиозную принадлежность. И это, конечно, весьма печально, потому что для того, чтобы говорить, я там верующий мусульманин, или я христианин, или я буддист, или я ламаист там, и так далее, надо все-таки знать это вероучение и знать его основательно. According to the Quran, faith must be based on reason. From early childhood, we are fed the opposite of truth, religious tradition, that forces us into a realm of mystical symbolism, which leaves little room for critical thinking. Trying to outsource reasoning, we allow others to manipulate our minds. As a result, we cease to think independently altogether. Вот эта жреческая система, навязывая тебе свое понимание, свое видение ислама, отдаляя тебя от понимания Корана. Traditional religious dogmas such as faith before reason or do not give in to doubt may interrupt any attempt to rationally distinguish the right from wrong. This form of brain cannibalism is perhaps even more deadly to our mind than common opiates, synthetic drugs and alcohol. Постулат сомнения дьявола в суннитской традиции, я думаю, лучший инструмент, чтобы загнать человека в клетку, запретить человеку иметь собственное мнение, если оно, конечно, не совпадает с мнением ученых. Хороший инструмент, чтобы превратить человека в некое существо. Я даже сказал бы, в раба. In time it becomes clear that the vast majority of our thoughts and actions are being controlled and manipulated by virtual religious viruses, implemented into us by corporate clergy. And ridding yourself of these holy viruses seems almost impossible. Четыре года я находилась в традиционном исламе,
Затем появлялись какие-то вопросы, на которые я не могла найти ответов. Более того, они были табу. Нельзя было их задавать. А если даже задаешь, то ты получаешь чье-то мнение. То есть не основанное на Коране. Даже если основанное на Коране, то интерпретированное кем-то, чем-то. И затем я прочла манифест исламской реформации. Вот тогда мой мир разрушился. Все то, во что я верила, чем я жертвовала, вроде бы основываясь на знаниях, оказалось просто мифом. И теперь я пришла к тому, что нужно не только верить, но все нужно подтверждать знанием. Against the background of all the thoughtless imitation of ritualism, intellectual movement of rational monotheists of Kazakhstan looks dynamic and rather progressive. The first ever international conference was held in Almaty in summer 2011. Одним из видов деятельности общественного фонда «СГАМАЛ» является привлечение религиоведов, теологов, философов разных направлений, которые основываются на нашем стремлении ознакомить людей с разными пониманиями истины, так сказать, раскрыть глаза народу. Мы считаем, что вопросы, связанные с духовной сферой, а к ним относятся проблемы и темы философии, религии, обязательно нуждаются в научном осмыслении. В случае с религиозными доктринами мы убеждены в необходимости возврата к первоисточникам. В иудаизме это Тора, в исламе это Коран. Main topic of discussion during the scientific and philosophical conference was the mathematical code discovering the scriptures of Quran and Torah. Это произошло 19 числа, это произошло 19, значит, вот эта 19-я сноска, которая что-то изменила в моем сознании. Причем я хочу сказать, что я абсолютно, в принципе, не мистик и не ищу никогда, более того, я отрицательно всегда отношусь к каким-либо знакам свыше, я считаю, что все это кажется, что все это некая такая вот виртуальная реальность, паранойя, истерия или надумано. Но когда это факты, и я даже вот проверял и перепроверял еще несколько раз, сегодня мы это сделали здесь вот с, как бы с аудиторией, то есть все имели возможность убедиться в том, что это не мои, так сказать, иллюзии какие-то. Вот я показал, что мы точно сделали, как эта методология была предписана здесь. И я тут не претендую, так сказать, ни на какое там гениальное открытие, не я был первым, я просто обратил внимание, ну, я бы мог, так сказать, претендовать на авторские права, если бы я был автором текста Торы, или хотя бы я был автором открытия вот этого кода 19. Local gossip haven and tabloids have labeled the supporters of the Quran movement a VIP sect. However, the intellectual and moral basis of accepting the Quran as the sole religious text of Islam attracts people for its freedom from ritualism and mysticism. Они исповедуют интеллектуальный ислам. Вот само понятие интеллектуальный ислам — это очень здорово, потому что там, где интеллект, там всегда можно дойти до истины. A Quranist is defined as a person who lives solely by the Quran and believes that Prophet Muhammad brought this divine scripture to humanity so that they would follow no other book but the Quran itself. В Коране очень много Бог призывает к размышлению. Бог говорит, это Писание для размышляющих. То есть сам Бог призывает, то есть Он даже вменяет в обязанность к поиску размышлений.
In other words, each and every Muslim must follow the Quran alone and seek to understand the Quran independently without third-party involvement. This means rejecting the role of traditional Islamic clergy that makes it hard for them to profit from inconspicuous minds and befuddled souls. Из Корана мы узнаем, что система Бога, вера в Бога, и каким должен быть человек, противоречит учению традиционного ислама. Это очень правильно, потому что ведь за многие века Коран оброс самыми разными толкованиями. От классических хадисов до тех хадисов, которые даже не признают многие мусульманские авторитеты. Для того, чтобы изучать Коран, необходимо очень много смежных наук, но это никак не традиционные хадисы. Хадисы, там, тафсир и куча другой ненужной исламской литературы. Для того, чтобы познать Бога, познать мир, познать себя, нужно начинать с философии, то есть нужно выстраивать рациональное мышление, отбросить всю эту традицию, наслоенную на наш разум, пробудить в разуме те механизмы, которые долгие годы спали, которые в тебе пытались убить, усыпить, не давали развиваться, шевелиться. И сейчас, пробудившись, они начинают процесс регенерации. Men and women who composed the Quran's community came from various Islamic followings. Among them are former Sufi, Sunni, Salafi, as well as those who simply believed in the existence of God without any particular labels. Я рациональный монотеист. Моя вера в Бога заключается в определенном знании, в уверенности. Уверенность мне дало математическое доказательство. Проявление Бога в Его Писании, дарованном нам. Within the last century, Kazakhstan went through a range of radical reforms. Transformation from a nomadic way of life to the Bolshevik modernization, Stalin's imperial project, and Brezhnev's stagnation era, and finally today's liberal and democratic model. Such rapid historical upheaval of the 20th century left a tremendous impact on the national identity of the modern-day citizens of this country. It is fascinating to see that little over a century ago, people here roamed the semi-desert steppes. Fast forward 100 years, and now the people have access to modern-day intellectual technologies and opportunities to study and appreciate the world around them. Мы находимся в интересном и уникальном положении в том, что сейчас в эпоху информационных технологий, эпоху массовых коммуникаций, мы имеем доступ, неограниченный доступ ко всему багажу человеческого накопленного знания, ко всем технологиям интеллектуальным. Практически все это находится в открытом доступе, вот. Поэтому мы можем решить для себя эти вопросы более глубоко, более последовательно, более целостно, нежели наши предшественники. Я имею в виду западную линию развития, историю западной цивилизации и культуры, которая, в моем понимании, является именно примером триумфа именно этой модели подхода к человеку и обществу.
The de facto leader of the Quranist movement of Kazakhstan is Asylbek Mohsin, a young philosopher and a public activist. He's convinced that the success or failure on both individual and national levels depends on how people define for themselves the fundamental question of human existence. Что такое истина и что такое знание? Решив для себя этот вопрос, мы заложим краеугольный камень нашего успеха. Вопрос о истине, о знании должен быть решен положительно, должен быть решен в пользу рациональных, эмпирических, логических принципов. Знание достижимо, истина существует, человек может ее познать. Это он сделать может при помощи своего рационального аппарата, при помощи применения научного метода. Эту истину можно увеличивать, накапливать и применять в практически прикладном изложении. И здесь мы переходим на уровень индивидуальной человеческой жизни, которая должна быть, которая состоит из некого морального этического кодекса, который должен быть также структурирован согласно той теории истины, которую мы отыскали. Начав с вопроса об истине, мы переходим к вопросу о морали. И здесь Коран является уникальным источником для нас, который объединяет в себе как рациональную теорию истины, так и целостный моральный этический кодекс, который последовательно выводит из рациональных основ истины определенную морально-этическую модель жизни человека. Вот. Решив для себя вопрос индивидуальной морали, мы можем переходить к вопросу о решении общественного политического пространства, о структурировании, о реформации его. Проще говоря, общество, культура из совокупности личных, индивидуальных сознаний, которые для себя решили вопросы истины и морали. Вопрос истины, этики и политики – это последовательно связанные друг с другом, вытекающие друг из друга вещи. Asylbek does not suffer from the lack of attention from the press. His work as a reformer and propagator of the Quranic Islam remains a topic of heated discussion and debate. Вот Asylbek Mohsin, сын руководителя администрации, да, Аслана Мусин, да, вот он пропагандирует коранитов. В принципе, он Америку не открыл, и он взял за главное, так сказать, идею протестантов. Идея протестантов общеизвестна. Есть Бог, есть ты. Бог говорит, чтобы ты был богатый. У нас есть собственная, уникальная, можно сказать, методология понимания того, что такое религия, того, что такое культурное моделирование. И наше исследование позволяет нам однозначно утверждать о том, что любые формы традиционализма, любые формы иррационализма являются источниками больших проблем. Asylbek considers the archaic tradition to be outdated, contaminated, and flawed. Hence the necessity for change and even the abandonment of tradition as a whole. He is convinced that an emphasis on the scriptures must be made by going back to the Quran and disregarding all that is corrupt and man-made. Религия как культурный код, как основа мировоззрения, определяющая все человеческой и общественной жизни, должна быть рациональна, должна быть научна, должна быть предельно сознательна. Поэтому те ретроградные архаичные формы религии, культурных кодов, которые нам навязываются, однозначно должны быть нами подвергнуты скрупулезному анализу, очищению. И в этом нам помогает новая рациональная форма, методология коранического монотеизма, рационального монотеизма, которая является феноменом в современном мире, который является новой, активно развивающейся, захватывающей умы, идеей, методом, который
все шире и шире утверждает свое присутствие в западном мире, в западном обществе, а конкретно в Америке, в Западной Европе, шире в целом в восточном мусульманском мире. Вот мы видим, что за последние 30 с небольшим лет произошло его активное распространение, эволюция. Если 30 лет назад невозможно было говорить в принципе ни о какой внутренней критике традиционного мусульманства, то сегодня мы видим практически массовое движение в этом плане. Интернет накален, интернет-пространство форумов, чатов, дискуссионных площадок накалено от дебатов на религиозную тему. Мы находимся, по моему глубокому убеждению, на заре коранической реформации, которая обречена изменить все наше понимание того, что такое религия. И Коран, по тем причинам, которые я уже указал, является для нас тем уникальным, вдохновляющим источником, который и решает все эти парадоксы. The Quran addresses those who possess independent and critical reasoning outside the box of herd psychology. Muslims must end the harmful practice of worshipping spirits in graves and other material creations of God, and worship only God, the creator of all matter, energy, space and time. Если Коран повествует нам о теории относительности, о теории расширения, расширяющейся вселенной, повествует нам о наличии черных дыр, нейтронных звезд, пульсаров, описывает нам подробнейшим образом развитие человеческого эмбриона, одновременно с этим имеет в своей структуре колоссальную по своей сложности математическую закономерность, наряду с этим является шедевром поэтического, прозаического искусства арабского народа, не имеет логических, философских противоречий. Все эти факторы в совокупности заставляют нас обратить внимание на Коран, на коранический текст, заставляют нас отказываться или пересматривать наши традиционные понимания, наши традиционные методики объяснения того, что такое коранический текст. Quran remains a complete and self-sufficient source. It is not a need for self-proclaimed mediators and religious authority figures that distort the meaning of the Quran in order to add religious significance to their own existence and present themselves as intermediaries and partners of God. Quran does not require outside sources. The Quran, the whole Quran, and nothing but the Quran. Quran is fully clarified, and most importantly serves as the clarification for all other things. This was the way of the Prophet, and remains the same way today. Казахстан, современный наш народ, мы находимся в этом плане в уникальном положении, так как одним из центров коранической реформации, одним из центров религиозной реформации ислама является сегодня Казахстан, где живет и плодотворно работает творческий коллектив, группа людей, искренне верующих, искренне убежденных в том, что Бог есть, что Бог один, что Бог сотворил этот мир и наделил человека способностью познавать этот мир по рациональным принципам, согласно рациональным, эмпирическим, научным направлением, что Бог наделил человека
способностями и, самое главное, индивидуальным, автономным правом применять эти способности в познании, описании этого мира, которые отменяют ключевые признаки, ключевые факторы того, что такое, того, что делает традицию традицией. Вот. Коран наполнен призывами к бунту против традиции, к отказу против традиции. Вот. Коран призывает человека пробудить собственный автономный разум, автономную волю к познанию. Коран оставляет человека наедине с Богом, наедине со своей собственной судьбой. Коран наделяет человека полной, стопроцентной ответственностью за свои поступки. Коран отменяет полностью институты заступничества, посредничества, институты монополии на истину, какими являются традиционные формы культа для нас, мусульманского культа. The first principle of the Quranic Reformation is to independently comprehend the meanings of the Quran, using the Quran alone. Second principle is scientific knowledge, mathematical proof of God's existence. Indeed, God does not change people's conditions until they change themselves. Before the day of reckoning, it would not hurt to open the Quran and read for yourself. Peace be with you. My name is Adam Sigmund. I'm 30 years old. I was born and raised in South Jersey, United States. When I first discovered Code 19 of the Quran, the mathematical miracle, I was in total awe. Looking at the proofs, I knew there was no possible way that this code could have been inserted by a man's hand, especially back in the 7th century. It's indeed one of the greatest miracles. And it's fitting that it's a miracle that was to be discovered at the dawn of the digital age. The clarifying messenger put the Quran into the computer and discovered this miracle. I really was looking for something like this. It really shocked me because I wanted this religion. I wanted a book that talk about the whole world, a God that is for Jews and Christians and whoever believe in God. So I started reading Quran, and obviously I found out everything they taught me and everything I knew about Islam in Iran was wrong. And it was exactly different book. Увидев некую заряженность Корана на математические совпадения, которыми все это вначале казалось. Значит, и вникнув в суть этого вопроса глубже, значит, я увидел, что структура Корана не просто наполнена некими математическими совпадениями, а вся расчерчена и продумана, и в моем понимании она имеет сравнение с неким красивейшим кристаллом, в котором все стороны кристалла, длина, ширина, высота, значит, все его грани имеют четкое математическое обоснование и математический расчет. И вот, значит, вот эта красота кристалла определяет, собственно, текст Корана, который, или Коран определяет математическую красоту кристалла этого. Значит, это все одна вещь, как говорится, one thing leads to another. Значит, одна вещь следует за другой. Obviously, the Quran is an incredibly brilliant book that actually comes from God. I mean, all of us are in agreement here on this documentary about that. But I don't know when it comes to really genuinely following God, following the Prophet, there is a real need to think for oneself and to develop one's own individual intellectual views about Quran, about Hadith literature, and to really let that information blossom inside one's own heart. I mean, rather than, you know, I mean, we have huge problems with
religion being exploited all throughout Muslim countries around the world. I mean, we do have huge problems with terrorism in these countries. We have humongous problems with the oppression of women, with the oppression of religious and ethnic minorities, and that really needs to stop. Все ответы я нашла в Коране. Коран это единственный закон, незапятнанный, чистый, совершенный, идеальный закон от Бога. Не только потому, что сам Бог говорит о том, что это совершенный и незапятнанный закон, а тому есть доказательства, научные доказательства. I used to be Sunni, my family is Sunni, and the transformation has been a little difficult because people actually think I'm crazy. And I've encountered several websites promoting Quran alone, so it says in the Quran, you know, do not uphold what you have no knowledge of, for the hearing, the eyesight and mind, all are held responsible for that. And I did that. I inspected several Qurans, I've looked at the Arabic, and out of all the Qurans, I found this one translation. It's called a reformist translation, and you can see Deep Yuxo is one of the translators. It's a beautiful book, and you'll get a great idea of what the Quran is all about. В моей жизни момент обращения к Корану, я уже говорил, был болезненным. Но, опять же, я нашел в себе силы, начал изучать Писание. И ответом Бога навстречу мне было донесение до меня математики Корана. То есть знамение от Бога, доказательство Бога. Математика, которая, благодаря которой Бог прямо сказал, что Он есть. Whereas when we first started, we thought we were alone. We were like, well, we'll do this no matter what, because this is what we believe is true. But now we found people all over the world are doing the exact same thing, and that's so encouraging. And not only have we found people within the Islamic faith that are doing things like this, we've also found people inside of Christian groups, Jewish groups, Wiccan groups, humanist groups, atheists, everywhere. And that's so encouraging, so now we can experience each other and we learn not only how to relate to something higher than ourselves, which I call God, which I relate to through the Quran, but that we can also relate to fellow human beings and learn that even if we totally disagree, that we can still have a peaceful outcome.